В Азербайджане 80 тысяч малообеспеченных семей получают адресную социальную помощь. На сегодняшний день, по сравнению с 1 апреля, число пользующихся программой социальной поддержки достигло 36 тысяч человек или 10 тысяч семей. По словам заместителя министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анара Керимова, по поручению президента будет расширен масштаб целевой программы помощи, которая является важным механизмом поддержки для семей с низкими доходами. В начале года президентом было поручено увеличить число получающих адресную помощь. Количество семей, получающих государственную социальную помощь в стране, увеличилось на 13% и составило 79 тысяч. В течение года поручение президента будет полностью выполнено. Размер социальной помощи достигнет 222 манатов. Наряду с объемом помощи увеличится также число семей и отдельных лиц, получающих пособие. Это будет достигнуто за счет дальнейшего упрощения условий обращения за адресной помощью. В этом направлении была проделана определенная работа. К примеру, в режиме карантина продлен срок предоставления адресной социальной помощи. В настоящее время этой программой пользуются 330 тысяч граждан. Также упростился процесс онлайн-обращения на получение адресной социальной помощи. Я думаю, что еще 63 тысячи граждан смогут воспользоваться адресной социальной помощью. Следует отметить, что социальное обеспечение и поддержка занятости являются приоритетными среди широкомасштабных мер, принимаемых правительством для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса. Напомним, план действий, утвержденный указом президента от 19 марта, включает в себя 10 мер в 4 областях по поддержке занятости и социального обеспечения. Кроме того, в рамках новых мер, объявленных президентом 17 апреля, выделено 600 миллионов манатов на поддержание занятости и социальное обеспечение 2,5 миллионов граждан.